16-й раз коллектив Центра детского и юношеского технического творчества проводит фестиваль «Мастерство юных 2014». Традиционно в нем принимают участие учащиеся школ города и района. На этот раз в конкурсе состязались 60 ребят по 6 специальностям. Этот фестиваль дает возможность проявить юным славянцам свои творческие способности, показать знания и умения, которые они получили в Центре технического творчества. Проявить себя участникам нужно было по 6 специальностям: мастер маникюра, официант-бармен, парикмахер-универсал, водитель маломерного судна, юрист-консультант и визажист. Как отметила методист Центра технического творчества Ольга Музыченко, главное то, что ребята с удовольствием принимают участие в этом конкурсе и получают дополнительные знания. Они учатся в школе, изучают математику, русский. Не у всех все получается. Здесь они имеют уникальную возможность в нашем Центре технического творчества получить профессию без отрыва от школы. Подготовка к конкурсу у воспитанников центра идет параллельно со школьными занятиями. Алина Мачуха учится на визажиста. В конкурсе участвует не первый год. Девушка признается, что не всегда хватает времени и на учебу, и на творчество, но она все равно находит выход из ситуации. Я, допустим, когда не успеваю, я дома начинаю все это догонять и готовлюсь дома сама по различным картинкам, по различным материалам. Я готовлюсь к конкурсам, и тем самым иногда получается добиться неплохих успехов. Члены жюри определили лучших из лучших. В каждой номинации были свои победители. В последний день конкурс проводился по трем направлениям. Лучшими в номинации «Парикмахер-универсал» стали Наталья Григоренко, Юлия Боярко, Валентина Терехова. В номинации «Визажист» первое место заняла Алина Мачуха. И Елена Ельникова стала лучшим мастером маникюра. Всем победителям вручили грамоты. Тина Копачевская, Михаил Варгулев. Программа «События».